Всем хай, с вами SafePro, и сегодня, друзья, вместе с вами мы начнем выживание в Майнкрафте по Activision 0.17.0, 0.1.0.0. Собственно, что ж, сегодня начинаем прямо с самого начала, нажимаем кнопочку «Играть», прямо при вас мы создаем новый мир, случайная генерация, так, все у нас грузится. Так, да, выживание, сложный, давайте поиграем на «Легко». Бесконечный и крыш генерации. Давайте введем вот такой довольно интересный. 1, 4, 1, 0, 4, 3, 5, 3, 2. Отлично. Что ж, все мы сделали. Играем сегодня с модами. Установил мод на музыку. И установил еще какой-то мод. Честно, уже забыл. Ладно, друзья, ничего страшного. Поиграем сегодня, наверное, довольно весело. Ну, обычное стандартное выживание. Ну, сейчас на спавне нас кое-что встретит довольно прикольное. Да, друзья, это... это не тот сид. Что-то не то я вёл. Хотя... что? Я знаю, что я не то вёл. Ну, друзья, ладно. Собственно, ничего страшного. Я хотел, конечно, появиться около... ледяного биома, но появились мы с вами здесь. Собственно, как я говорю, ничего страшного, какие моды, да? Во-первых, взял вот такое красивое синее небо у нас теперь в Майнкрафте с помощью одного мода, которого пришлось собирать с самого начала. То есть, друзья, собрал его я. Ну и, собственно, рубим дерево. Так, также играем замененным шрифтом. И, собственно, может быть, у вас появляется музычка. Так, курочка. Ты умрешь сегодня или нет? Также я вижу, что бегают барашки. Так, отлично, отлично, отлично. Камень есть камень. Давайте еще немного нарубим дерево и будем убивать овечек, чтобы потом сделать нашу кровать. Так, отлично. 4 бревна нам хватит. Переплываем вот это озеро, так сказать. Так, все, мы теперь на другом береге. И открываем наш всем так любимый крафт. Играть на другом интерфейсе я не буду, друзья. Потому что на нем крафт во много раз сложнее. Так, зачем я выжил? Так, берем мы, значит, крафт. Палочки. Сделаем сначала кирочку, да. А, да, с измененным шрифтом играть довольно прикольно. И не вызывать никаких трудностей. Особенно он такой широкий и довольно яркий. Так, уже уголь. Это просто замечательно. Ладно, наверное, давайте сделаем сначала каменную кирку. И потом уже будем делать все остальные вещи. Так понимаю, дерево нам больше не понадобится, поэтому сразу делаем много палочек. Так, отлично. Закрываем. И что ж, друзья, вот наш уголь. Повезло, потому что уголь в дальнейшем очень сильно понравится. Ой, понадобится. Да, понравится, конечно, понравится. Лучше алмазы были бы, вот они мне нравятся. Так, копаем уголь. Ну, будем в дальнейшем мы ставить факела. Ну, и, конечно, что-нибудь из них делать. Например, курицу сырую есть довольно опасно, потому что есть возможность получить эффект голода. Хотя, по идее, и от стейка можно было получить такой эффект, но разработчики решили это пока что не сделать. То есть, балансированной такой, так сказать, еды у нас пока что нет. То есть, определенная еда дает рандомный эффект. К примеру, стейк сырой ничего не даст. Даже свинина сырая ничего не даст, хотя довольно странно. Если в Майнкрафт появится логика, друзья, то это они должны обязательно добавить. Что ж, на первое место мы ставим самые важные вещи. Топор, меч и кирку. Это самые пока что очень важные вещи. Так, где-то бегали овечки, да? Крафт, берись. Вот на том берегу. Ладно, давайте еще раз осмотрим, найдем их и убьем. Если мне не изменяет память, то их было около 2 штук. Вот первая наша овца. Здравствуй, такая беленькая. Так, убиваем тебя, загоняем в угол. Так, да, у нас, кстати, дропается баранина. Это довольно редкий дроп, что нам дропнулось аж 2 штучки баранины. Где-то бегала еще такая серенькая овечка. Кстати, да, возможно, кто-то заметил, но появился баг. К нам вернулась старый добрый тростник. Не знаю, с чем это связано, но разработчики зачем-то это сделали. Возможно, они хотят пошалить. Кстати, совсем скоро должен выйти новогодний текстур пак, и я уж так думаю, что они
над нами сжалится и сделают его бесплатным в честь Нового года. Хотя, зная разработчиков, вряд ли такое будет. Но если это будет, то это будет супер. Так, есть или идти на тот остров, толк вообще есть, потому что я вижу там коробка. Ладно, друзья. Собственно, здесь есть, значит, здесь ничего нет, поэтому лучше дойти туда. Там есть и горы. Горы, горы, горы. Ничего в горах мы не найдем. Отлично. Так, ладно. Какие-то деревья у нас побриты. Возможно, это сделали вот эти коровы. Так, кстати, а вот у нас здесь целое стадо. Так, здравствуй. Наверное, ты ничего не подозреваешь, но ты сейчас будешь убитый. Так, куда пошла? Куда пошла? Отлично. Ой, вторая здесь. Здравствуй. Вот, все. Радуйте, радуйте. Так, где у нас еще одна была? Эй, кобыла? Где она здесь? Где-то была здесь. Вроде их было три. Я не помню, но вроде было три. Ой, кто-то бегал, нет? Показалось, друзья. Да, ну, собственно, переходим мы теперь в обычный биом. То есть из леса выходим вот... Блин, всегда забываю, как называется этот биом. Вроде не саванна. Все время забываю, друзья. Все время называю его обычным биомом. Потому что это вообще, по идее, и вправду обычный стандартный биом, который спавнится, наверное, с шансом 80%. Вот этот биом спавнится где-то с процентом 20. Нет, вру, 10. Нет, нет, нет. Процентов 40. А вот остальные биомы, например, давайте вот зимний вообще спавнится, наверное, с процентом 10. Джунглевый где-то 20. Блин, как же это называется? Друзья, короче, есть биом с акацией. Вот, наверное, он называется саванной. Он спавнится где-то с... ну, где-то 30% шанс, потому что она, вправду, может часто встречаться вам. Так, нарубим вот это дерево. Вот это, вот это, вот это. Так, я не знаю, зачем я... Почему я не срубил низ? Довольно странная логика поведения у меня. Отлично, все. Так, 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 так. Что еще можно натворить в нашем Майнкрафте? Пока что никакой цели я не вижу. Собственно, наверное, и вы тоже не видите, что можно здесь пока поделать. Пещер вообще пока нет, они отсутствуют почему-то. И очень низкий FPS. Возможно, это связано вот с этим красивым небом. Хотя пририсовочка, друзья, вроде стоит на 4 чанка. По-моему, да, 4 чанка, потому что 6 чанков немного подальше. Ничего, вот просто ничего новенького найти нельзя. Где вот... Зачем мне нужен вот этот пион? Да, зачем ты мне нужен пион? Ты здесь никаким боком мне не нужен. Кстати, забыл, что в новой версии Майнкрафта, то есть именно вот в этой... Ладно, давайте проверим настройки. Добавили перевод новым вещам. То есть Enter ID, Enter вещам. Давали перевод. Это довольно классно, я об этом забыл сказать во время обзора обновления. Так, давайте посмотрим. Нет, я как и сказал, все нормально. Но с чем вызваны эти лаги, я просто не представляю, друзья. Понимаете, все должно быть гладко, чисто, хотя... Вот куда мне девать вот эти цветы? Допустим, они были бы, ну, зачем они нужны? Я сделаю краситель, что я из этого добьюсь? Курочка, стой. Отлично. Какой-то странный дроп. Раньше дроп сразу после убийства курицы, а теперь нужно немного подождать. Смотрите, раньше такого не было. Возможно, изменили систему дропа. А, ну, ищем что-нибудь добротное. Что-нибудь... Оа! Оу-е! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. До свидания, до свидания. Эй, нет, я имел в виду по-другому до свидания. Вот, вот теперь до свидания. Как ты громко сказала му? Это было очень громко. Надо немного потише. Вот опять это, вот куда вы мне нужны, это, вот зачем? Повальное дерево, кстати, классная генерация, если не ошибаюсь, то она никак еще не была добавлена на ПК, разработчики об этом вроде забыли, но это не точно, возможно, но не точно. Что, друзья, вот первая маленькая часть выживания в нашем большом мире Майнкрафта. Ничего толкового мы сегодня не сделали, мы сегодня поздоровались со многими мобами, особенно с коровами, пожали им, так сказать, руку. О, сколько там шерсти. У нас одна шерсть как раз, две овечки. Дратути. Нанесли критический урон, я так понимаю, шерсть мы еще не забрали. Что-то довольно странный дроп.
Так, да, наверное, не забрали, да? Нет, не забрали. Ладно, давайте вот сейчас сделаем кроватку. Так, я забрал верстак, отлично. А если это связано с небом, то есть падение FPS, то я небо уберу, друзья. Возможно, потому что это считается за использование шейдеров. А это категорически запрещено. Ладно, шучу. Так, что я забрал верстак? Да, нет. Да, забрал верстак. Собственно, друзья, вот такое у нас выживание сегодня сложилось. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И ожидайте второй части выживания в Minecraft Pocket Edition. До скорых встреч!